Здравствуйте, в эфире рубрика «Онлайн» в студии Руслан Иванов. О самых значимых событиях в мире интернета узнаете прямо сейчас. Читалка Redmill, ранее доступная лишь на iGadget'ах, вышла и на Android. Отныне, если пользователь, скажем, открыл электронную книгу на iPad и сделал какие-то пометки на полях, сможет продолжить чтение на другом устройстве. Вдобавок к этому, новое приложение отличается удобным, красивым и не перегруженным лишними деталями интерфейсом. Единственный формат, который понимает Redmill, это EPUB. Программа автоматически импортирует такие файлы с устройства и синхронизирует их в облаке. При желании книги можно загрузить с компьютера вручную, зайдя на сайт redmill.com. Поддержка PDF-документов, которая есть в версиях для i-устройств в Android-клиенте, к сожалению, пока отсутствует. В целом у Redmill почти те же возможности, что и у Google Books. Только у гугловского ридера нет аннотаций и других социальных функций. К примеру, по прочтении книги приложение предлагает порекомендовать произведение друзьям или оставить рецензию и поделиться ею с сообществом Redmill. Кроме того, читалка позволяет выделить цитату и отправить ее в Twitter или Facebook, узнать статистику скорости чтения, включить ночной и офлайн режим, а также просмотреть список рекомендуемой литературы. Функция, при помощи которой можно прокомментировать какой-либо отрывок, будет добавлена чуть позже. Redmill распространяется бесплатно через Google Play. Если у вас старая версия Android, имейте в виду, что для установки программы понадобится прошивка 4.0 Ice Cream Sandwich. После того, как Galaxy Gear были раскритикованы журналистами, Samsung решила доказать значимость своей разработки, обратившись к культурному наследию, а именно, отыскав известных киногероев, разговаривавших со своими часами. Идея пиарщиков состоит в том, чтобы показать, до выхода Galaxy Gear умные часы были лишь фантастическим вымыслом, а теперь стали реальностью. With this miniature transmitter. All right. Yes. What time is it? Ролики были размещены на YouTube-канале компании. Samsung пытается затронуть ностальгические струны в душах пользователей, чтобы напомнить о том, как они мечтали разговаривать с гаджетом на своем запястье, подражая фантастическим персонажам. Как отмечают большинство экспертов, часы умеют намного меньше, чем ожидали от них пользователи. Видимо, поэтому компания пытается сделать акцент не на функциональности Galaxy Gear, а на крутизне фантастического концепта. Samsung отыскала множество известных фильмов, где фигурировали аналогичные чудо-часы. Помимо персонажей Флинстоунов и Звездного пути, в роликах появятся герои Хищника, Рыцари дорог и других фантастических картин. После всех этих лет они наконец-то стали реальностью, гласит рекламный слоган. Совсем скоро состоится релиз крохотной камеры Narrative Clip, которая крепится к одежде и в фоновом режиме постоянно делает снимки. Напомним, что ранее устройство было известно как Mimota. Под этим именем проект смог собрать 550 тысяч долларов инвестиций на Kickstarter. Как отметил глава стартапа Мартин Кальстрем, разработчикам пришлось поменять название гаджета, так как название Mimota оказалось уже зарегистрировано другими компаниями. Narrative Clip очень компактно и крепится на одежду. Она обладает 5-мегапиксельным фотосенсором, на который дважды в минуту делает снимки. Фотографии привязываются ко времени и географическим координатам, после чего передаются на защищенные серверы стартапа. Выпуск Narrative Clip запланирован на 1 ноября. Пользователь может с легкостью отыскать нужные моменты, запечатленные камерой, при помощи специального смартфонного приложения, имеющего доступ к базе данных. Человек может выбрать нужную дату и время, либо ввести место, после чего он сможет увидеть сделанные там снимки. Выбранные фотографии можно сохранить к себе, либо поделиться ими в соцсетях. А теперь самое интересное и чаще всего просматриваемое видео из интернета.
Ну вот и все, о чем мы успели вам рассказать на этой неделе. С вами был Руслан Ломанов, рубрика «Онлайн». Увидимся уже на следующей неделе. В мире еще так много интересного. До свидания.